Ты уже напуган? Говорят, эта штука, она убивает твою иммунную систему, поражает легкие, тяжело дышать. И она распространяется. Распространяется как пожар, принося опустошение. Твои друзья, семья заразятся этим, если, конечно, они уже не заражены. Это трагедия, я говорю тебе о сумасшествии. Ученые говорят, пожилые переносят это хуже, но большинство все равно заразятся. Говорят, это новое, но не-не-не, это существовало веками. Вспомните историю, поменялось только название, поменялся контекст. Теперь мы уже это не сдержим. Это заражает богатых, бедных, молодых, старых, неизвестных, знаменитых. Это опасно. Мы все на грани. Запираемся внутри домов, нервничаем. Границы закрылись, страны объявляют чрезвычайное положение. Продуктовые пустые. Никто не молится в церквях. Мир идет к разрушению. Неудивительно, что туалетная бумага закончилась первой. Фондовые рынки рухнули, тысячи остались без работы. Антисептик стоит миллион за каплю. Тебе лучше не чихать. Тебе никто не скажет «будь здоров». Они даже не могут арестовать тебя. Я не хочу вводить тебя в панику, но усиленное мытье рук в ванной не защитит тебя. Друзья, я не говорю о коронавирусе. Нет, этот вирус даже более смертелен. S-вирус. Ты видел его? Он распространяется ежеминутно, как эпидемия. Живет на поверхности, чаще всего на пультах управления, ТВ-экранах, мобильных телефонах, приводит в отчаяние. Доктора говорят, когда ты каждый раз читаешь ленту в соцсетях, ты заражаешься. Он проникает в твой мозг, и когда он мутирует, он превращается в ненависть и осуждение. Китай виноват? Нет, это все Италия. Нет, Иран. Нет, Испания. О, я неясно выразился. S-вирус, дамы и господа. Это страх. Но не бойтесь. Несмотря на то, что ты смотришь или видишь на ТВ, есть и хорошие новости во время этой трагедии. Чтобы победить одиночество, люди проводят концерты на собственных балконах. УАЭ отправляет лекарства в Иран. Япония жертвует продовольствие Китая с посланием поэмой. Мы – волны одного моря. Послушай меня. Как в любой трагедии, мы можем позволить этому разрушить нас. Или можем использовать время себе на пользу, чтобы наладить отношения с нашими сестрами и братьями. Забыть глупые обиды, потому что когда все сказано и сделано, все, что мы действительно имели в этом мире, друг друга. Давайте сравняем кривую и расширим наши сердца. Давайте соблюдать дистанцию и прокачивать свой иммунитет. Следите за тем, до чего вы касаетесь руками, но также до чего касаетесь своим вниманием. Будьте осведомлены, не напуганы, потому что есть вирус, пандемия, которая передается легко. Если у вас проявляются симптомы, мы рекомендуем сразу обращаться в службу поддержки в лице своего осознанного друга. Если поддался медиапровокациям, смени канал, продезинфицируй себя через смех, танцы и медитацию. 2020 был удручающим. От COVID до COVID. Благодаря этим трагическим моментам давайте наконец-то откроем глаза. Но то, что важно, прямо сейчас. Скажите кому-нибудь, что они важны вам. Да, прямо сейчас. Скажите, что вы цените их. Если вы в разных комнатах, позвоните им и скажите, что вы всегда рядом. Потому что только вместе мы сможем справиться с этим. Единственная вакцина от этого S-вируса, как и для любого другого, это любовь. Будьте дома. Будьте здоровы и не паникуйте. Озвучила Екатерина Еремкина.